Приветствую всех любителей хоккея. В данном видео я расскажу вам, как правильно заполнить заявочный лист для того, чтобы зарегистрироваться в нашем любительском хоккейном турнире Golden Blacksy Cup. Итак, на сайте есть три кнопки для команд, для индивидуальных игроков и для фанатов. При нажатии на соответствующую кнопку открывается Google Drive, содержащий соответствующий заявочный лист. Соответственно, сейчас по всем трем кнопочкам по очереди пройдемся. Итак, первая команда. Нажимаем. Открывается Google Drive. Нам нужно этот файл скачать. Здесь вы можете выбрать соответствующий формат, который вам удобнее всего. Мне подходит Microsoft Word. Соответственно, я его скачиваю. Открываю файл. И заполняю. Здесь все очень просто. Здесь нам, где Team, нужно указать название команды. Город. Для меня это хоккейный клуб Варна. Город Варна. Страна Болгария. Так, дальше нужно указать даты турнира, на который вы заявляетесь. И заполнить таблицу всеми игроками вашей команды. Так, начнем. Начну с себя. Имя, фамилия. Дата рождения. Позиция. Позиция достаточно одной буквы. Если заполняете, как я, на английском, то буква D означает defenseman, то есть защитник. Буква F означает forward, то есть нападающий. Буква G означает goalkeeper. Соответственно, у меня это будет D. Не надо лево-право, не надо, достаточно знать просто защитник, нападающий или вратарь. Дальше. Капитан или ассистент капитана. Если капитан, ставим буковку C, captain. Если ассистент, буковку A. Если не капитан, не ассистент, оставляем пустым. Players number, номер игрока, указываем номер игрока. И dates of stay at the hotel, это даты проживания в отеле. Они могут, как вы понимаете, отличаться от дат проведения турнира по вашему усмотрению. Таким образом, заполняем всех игроков. Заявочный лист распечатывать не нужно. Здесь внизу, где Team Manager, заполняем просто имя менеджера команды. И проставляем сегодняшнюю дату заполнения заявки. И указываем обязательно свой электронный почтовый ящик. Все, после того, как заполнили, сохраняем файл. Открываем свой почтовый ящик. И пишем нам на почту. Почта у нас такая. blackcup.bulgaria@gmail.com blackcup@gmail.com. Так, если боитесь ошибиться, можно еще вот таким образом поступить. Можно открыть сайт наш. И вот здесь вот внизу у нас есть организатор турнира «Связь на связи». Есть вот этот вот почтовый ящик. Можете взять вот так его, выделить и скопировать. Вот, я вот сейчас прям специально так сделаю, скопировал, вставил.
тема. В теме письма лучше всего узнать, указать название вашего клуба, чтобы мы сразу видели, что заявка поступила от клуба. И как он называется, нам будет очень просто вас идентифицировать. Вот, не забываем прикрепить файл, значит, который мы заполнили. Прикрепляем файл. Нажимаем «Отправить». Все, как только нам заявочка поступит, мы с вами свяжемся и зарегистрируем вас на турнир. Теперь давайте посмотрим, что у нас с индивидуальным игроком и что у нас с фанатами. Так, значит, индивидуальные игроки точно так же нажимаем и открываем заявочный лист. Здесь у нас все то же самое. С одной точно так же скачиваем в нужном формате. Так, скачали. Здесь указывается имя игрока, точно так же город и страна, дата проведения турнира, дальше имя, фамилия игрока, дата рождения, дата проживания в отеле, если у вас несколько игроков, соответственно, заполняете для всех. И здесь точно так же подписываем просто имя, фамилия одного из одиночных игроков, дата. Пишем свой ящик, сохраняем и точно так же, как и в предыдущем примере, отправляем нам. С одной только разницей, что когда будете отправлять, пишите в теме письма. Пишите, пожалуйста, в теме письма имя индивидуального игрока или игроков. Вот. Лучше даже имя и через тире, допустим, single player. Или на русском, как вам удобно. Вот. И прикрепляем заявочку. Так, соответственно, третья кнопочка у нас фанаты. В принципе, с фанатами все то же самое, что и с single игроками. То есть, полей для заполнения очень мало. Имя, фамилия, дата рождения и даты в отеле. Но единственное, что фанаты указывают, к какой команде они относятся. Вот. Это единственная разница. Вот, пожалуй, все. Ну, можно еще по индивидуальному игроку такое дать пояснение, что почему вы не заполняете вашу позицию, номер игровой и тому подобное. Ну, просто потому что, когда вы заявляетесь как одиночный игрок, как синглплеер, вы в заявочном листе просто для регистрации на турнир указываете только ваше имя, фамилию, дату рождения и дни в отеле, а уже номер и вашу позицию будет заполнять непосредственно менеджер World Team, потому что все одиночные игроки, они играют World Team. И, соответственно, там уже, как договоритесь, по позиции, опять же, вас зарегистрируют уже по-правильному и заполнят за вас этот лист регистрационный для команды. Вот, спасибо большое всем за внимание. Мы очень ждем всех хоккеистов и вообще хороших и фанатов, и членов их семей на наш турнир. Будем очень рады с вами поиграть. Приезжайте. С вами был Станислав. Если что, если у вас вопросы какие-то возникнут, пользуйтесь обратной связью на сайте. Вот это, через эту кнопочку. Пишите, мы с вами свяжемся. Если есть какие-то вопросы по турниру, по организационной части, соответственно, вы могли мою почту, кстати, видеть тоже. Если у вас по части видеотрансляции будут какие-то вопросы, можете писать мне на почту. Но вообще все вопросы адресуйте вот нашему организатору турнира Антон Гатилов. Вот. Вот все его контакты, пишите ему, он с удовольствием вам на все вопросы ответит. Вот, так что спасибо еще раз, очень ждем вас на нашем турнире. Хорошего дня!